Captain. Captain. Готово? Да, и тебя там готово тоже. Твой любимый? Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня в качестве штатива у меня велосипед. Я решил, что это, наверное, удобно. И у меня есть сегодня интересная задача. Я хочу записывать звуки города и использовать их в качестве перкуссии. Ну, не то чтобы там прям совсем какой-то филд-рекординг будет. Короче, я начал писать даб-трек. И в этом дабе мне хотелось добавить на слабую долю, вместо клэпа, какой-то естественный, органичный тембр. Скорее всего, это будет какая-то перкуссия, которую я буду извлекать из предметов вот такой штукой. Другого у меня нет ничего. Пока это велосипедная штука, которая позволяет подтягивать цепь, по-моему, и снимать покрышку. Вот. И в качестве источника я буду использовать Берлин, потому что мы в Берлине. И поедем сейчас в город, там что-то позаписываем. Возможно, до Исайской галереи доедем. Это остатки Берлинской стены. Куда-нибудь еще съездим. С собой я взял компанию. Так что сегодня, наверное, будет рубрика философии. В конце, как всегда, будет рубрика философии от Лео. Проблема велоблогинга заключается в том, что, короче, никак горизонт не выправить. Руль стоит на бок. Ну ладно, я на самом деле хотел просто показать, что примерно будет. Я попробую и на этот микрофон писать, и, наверное, на зум что-то. Все, с этого столба хватит. Сказал, что в Берлине популярнее техно. Смотри, там людей больше, там, где не техно. Привет. Ну чего, я в центре Берлина. Звуков тут особенных я не нашел. Все те же палки, деревья. Но берлинские. Не знаю, че к почему постучать. Надо было, наверное, подготовиться получше, какую-нибудь кияночку купить. Полдня прошло уже. Окей. Сейчас мы поедем еще Хольцмаркт. До Исайской галереи так еще пока не доехали. Процесс идет дольше, чем хотелось бы. Ну ладно. Ничего страшного. Туристы смотрят, да? Туристов целая гора, смотрите. Хольцмаркт.
сноуборды сделаны в домике. Да? Ага. Этот сам скейтборд, только без колесиков. Лео. Только что записал несколько звуков еще одной трубы. Мне кажется, они все звучали у меня одинаково. Вот. Ну да ладно, самое важное – это процесс. Над результатом можно и в другой раз постараться. Зря я на самом деле думаю, что у меня ничего не получится. Может быть, и получится. Так что совсем не факт. О, какая прикольная штука поехала. Философия от Лео. А что это значит? Чем бы ты хотел поделиться? Ну, тем, что у меня, если кто-то любит из вас Майнкрафт. Опять Майнкрафт? Ну, ладно, давай. Ну, у меня там просто очень много построек, там всяких... Да пока ты здесь, кто-то их разломать может же. Ты же здесь, вот, в реальном мире, а пока ты здесь, а если кто-то разломает твои постройки? Да ну, я там никого не приглашал в игру. Быть папой сложно, нужно всяких детей возить на велосипеде, а это то еще. О, смотри, какой Volkswagen едет, классный, снимай скорее желтый. А за ним еще какая-то тачка, это какой-то мустанг. Красотища. Близко не надо, будет перегруз. Взорвутся у кого-то колонки, думаю. Я жду на мой бюджет, я прекрасно.